Че, опять там американцы? Встречного удара. При этом напомню, что наши ракеты летят быстрее ваших. Мы в рай отправить, не дают просто сбыть. Сейчас. Вот, 100 метров там, 300 там, наши здесь, эти полки. Может, уже хватит, а? Может, уже пора пожестче? Ну, реально, может, уже прекратить? Например, там что-то какой-то кретин катается и поет про Yellow Submarine. А почему он вообще жив? Почему живы? Буданов. Почему жив министр обороны Резников? Украинские сволочи, террористы, почему живы? Почему до сих пор жив Данилов? Почему не наносят по удары по нацистской верховке свинорейка, объясните? Они прямой призывают к убийствам политическим на нашей территории. Они прямую совершают преступления, направленные против руководства регионов, руководства нашей страны. Они говорят, что они организовали теракт на Крымском мосту. Они наносят туда. Больше нет никого. Так, посмотрим, румыны есть? Дорогие усадьбы. На наших маленьких участках, огородах и дачных участках, которые составляют 90% урожая всего на озере, полосатый колорадский жутый толщи чувствует себя очень комфортно. Куда же здоровье, а тем более урожай. А это что, Радио России не выключили, что ли? Ого! Ну да, обычно Радио России в это время-то выключили. Выключено. Так, посмотрим, есть... Радио России в это время в первый раз. Ну-ка, что там помет? Помет ушел в дальний фейдинг. Так. Вот румыны что-то еле-еле пробиваются там. Не цепляется. То есть Радио России теперь можно по утрам слушать. Продлили время работы. Картошка и сырники.